Да, как хотелось бы бывать здесь чаще. С некоторой грустью в голосе говорит Максим Сушко, ныне представитель элитной белорусской хоккейной команды солигорского «Шахтера». Казалось, еще вчера на этом стадионе он занимался на уроках физкультуры вместе с одноклассниками, бегал по коридорам с друзьями. Еще в начальных классах педагоги увидели в этом юноше настоящий спортивный стержень и поддержали парня в его выборе. Я думаю, что 20-я школа мне очень помогла, так как они единственные, кто пошли мне навстречу, чтобы я дистанционно учился. И большое им за это спасибо. Во-первых, всегда у меня попадались хорошие классные руководители. Шарова Елена Александровна, Харитончик Оксана Васильевна, которая у меня сейчас. Они всегда помогали мне. Сегодня Максим – перспективный молодой хоккеист, который когда-то, как и многие мальчишки, начинал свой путь с обычных тренировок в Брестском ледовом дворце. Спортивная дорога началась в жизни Максима Сушко вместе со школьной, когда родители отправили его первоклашку вместе с братом на хоккей. Это сегодня он, шутя, рассказывает о том, как проходили ежедневные брестские тренировки. На самом деле это весьма непростой путь, поднимаясь по которому приходилось отказывать себе в отдыхе, в играх с друзьями, в дворе. Просто Максим в детстве решил, что станет известным хоккеистом, и своего он добивается. Становилось все серьезнее и серьезнее. Новые цели. Выиграли мы высшую лигу. И также национальная команда следила за нами и вызвали нас в юниорскую сборную, которые мы помогли стать чемпионами мира. Много вопросов прозвучало от товарищей по школе в адрес Максима. Рассказывал он о том, что в силу собственной занятости редко бывает дома и с удовольствием ожидает Нового года, когда вся семья собирается вместе. Делился эмоциями от общения с такими звездами мирового хоккея, как Александр Овечкин и Михаил Гробовский, что, несмотря на занятость хоккеем, Максим обожает математику и историю. Путь этого спортсмена еще только начался, а он уже успел доказать, что сможет добиться большего. И понимая, что в этом скромном, улыбчивом молодом человеке скрыта сила нации, народа, а за широкими плечами гордость и статус страны на международных стартах.